сок через плечо. Или захватом за одну руку. Бедро не делать. Бедро будете делать бабушке. Хватит уже бедро делать, уже это нужно. Сейчас, одну секундочку. Готовы? Время? Давайте, идите. Давай быстрее броски, первый. 30 бросков, первый. Время пошло. Через плечо. Бедро не делаем. Раз. Два. Три. Можно с колен. Можно с колен делать. Четыре. Руки шире. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Двадцать. Еще 40. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Тридцать. Раз. Два. Три. Четыре. Даник, иди к Маше. Владимир, иди к Бутуку. Пять. Ты отдыхай. Ты отдыхай. Шесть. Семь. Голову Бутуку. Восемь. Девять. Раз. Еще два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Пятьдесят. Десять. Раз. Два, мне еще пояс развязался. Три. Еще мне пояс развязался. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Нормально. Десять. Смотри. Заправились. Вы сделали по 30 бросков. Что такое 30 бросков? Рассказываю, что в сборной идет в конце, после того, как подборолся там отработка, все-все-все, борьба, партеры, стойки, в конце идет набрасывание. 30 секунд один, 30 второй, 20, 20 и 10-10. Равно 50. И вот представьте, да, что вы сделали в конце тренировки. Даже не почему. А вы все сделали по 30 бросков. За 2 минуты нужно было сделать 50 минимум. Если вы хотите хорошо бороться. Все, встали в стойку. Сейчас боремся без бросков. Ставим стойку. Видите, у вас после 60 бросков
Вы же плохо слышите, плохо видите, потому что вы уставшие. Голова кружится. От чего? От этого. Так надо чаще ходить на тренировки. Падаешь, вставай. Шмаль, рада. Кошмар. Вставаешь. А если я делал по 200 за тренировку, 300 бросков? И мой партнер, и я. Просто если это идет, а я вообще вот это вот автобус, особенно это автобус, это вообще раньше у меня плохо так было. Самолет вообще ужас. Сейчас более-менее. То есть... Вставаешь. Все. Боремся. Вставаем. Приготовились, боремся. Еще раз. Если идет бросок, то захват двумя руками, вы встойте. Без падения. Раунд. Хаджи. Да. Ну, раунд или два. Подзюдо 2 минуты будем. Стоим прямо, то вы сейчас ноги будете смотреть. Трусы там будете смотреть. А ты заправь. А то я тебя вызову, а ты не готов. Владимир, ты борешься или что? Да, Терка, стойко, только стойко. Да, Влад, ты с падением сделал. Это мой новый прием. Ты с падением сделал. Владимир, соберись. Это тебе не Маша. И не Даник. Давай, давай. Да, ты, Даник, ты такой жесткий. Правильно. Вот, молодец. Да, по самбо есть под задонью. Маша, ты борешься или гуляешь? Ты что, на свидание пришла, Маша? Давай, Борис. Дай уже вторую тренировку. Борцик, высекай, высекай на этот набор. Пастухов мы вчера не мы. Он тебя захватил это набор? Да, знаю. Ну так что знаю? Знаю. Стойку, Маша. Идешь. Этот... Зайди к нам, пожалуйста, там они воду пили. Посмотри, если чайника воды мало, принеси нам. Я наполнял. А, ты наполнил? Включи ты туда. Я сейчас пойду кофе. Две минуты. Две минуты. А, спасибо. Владимир, за него. Вот, видишь? Бутылку сами. Владимир, вот ты стоял. Тебе надо было забежать перед ним. И все. И раскрутить его, положить на спину, а ты остался. Маша, плохо. Так. Встаешь и руку держишь. Вот сейчас... Так, ты же сказали, что рамбы. Так нет, а все равно что, жопа не должна чувствовать, нет? А вдруг ты возьмешь и бросишь? Оставила одну руку. Ужас просто. Марио, сиди в бутуку. Владимир. Владимир. Да. Бутук. Видишь, он дал и нарушил. А что я ему скажу? Правильно сделал. Давай, Маша. Давай, давай, Борис, он специально это делает. Я с ним боролся, знаю. Она 4 минуты в нокаут пришла. Да. Сначала вот так ударила, потом еще локтем. Ну ты же знаешь, как девочки в футбол играют. Они пока все ноги не поломают, не успокоят. Аккуратно с ней, Борис. Дай. Я. Давай.
Еще раз. Поставили здесь руку, он захватывает руку, захватил. Захватил, встал, вы упали, взял удержание. Еще раз убираю. Руку, поэтому руку вот здесь, чтобы он не смог захватить. Раз. Второй рукой. Пропускаете ручку. Раз. Пропустили. Все. Дальше перешли. Рука это под голову. Оп, перевернули удержание отсюда. Раз. Два. И не надо эту руку отпускать. Вот эту руку нельзя отпускать. Еще раз. Пожалуйста, не боритесь. Ты не должен быть как сосиска, чуть-чуть защищаться. А вы должны, значит, как дышать, взяли. Вот прийти чуть-чуть дальше. Чуть-чуть отойти, повернуть. Вот рука идет под голову и захватывает или руку, или плечо здесь. Раз, все, это удержание. Вопросы есть? Вперед! Первый номер. Вперед! Влад, не вижу у тебя. Вперед! Начали. Первый номер. Сел сверху, захватил руку, перевернул. Раз, ногу убирал, хоп, потянул. Где рука?
Пять хорошо. Хоп, вот так. Пошел. Пошел. Еще раз. Еще раз. Дайте, иди сюда. Возьми и принеси воды. Пошли. Кто? Кто? Сел сверху, взял руку, перевернул. Да, давай, давай, давай. Потом, все вопросы потом. После отработки. Неправильно, я сказал не так. Сюда руку, сюда, а потом уже сюда. Давай. Зайти. Взял руку. Да. Убери ногу. Да. Ну встань на колени, потащи. Положил руку, руку под голову и за плечо дай. Матея, вы остаетесь, Маша. Так же ты делаешь. А вы поменялись. Пошли, второй номер. Сесть сверху. Сесть сверху. Пастухов. Да. Сесть сверху, мой тиранин. На колени, на колени. Еще раз, еще раз. Руку, раз, положить, вот так. Еще раз, еще раз. Где дальше? Матен, поменялись? Нет. Маша, да. Ты ложишься. Сейчас так. Пастухов дает захват и начинайте бороться. Какой захват? Вот это. Садись сверху. Бери захват. Взял, да? Да. Вот теперь твоя задача перевернуть, или его задача не перевернуть. Отсюда. А мы должны вот так? Наоборот, ты сверху, ты переворачиваешь. Сейчас Даня придет. Стоп, 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 стоп. Стоп, мальчик, послушайте. Поставьте ключи. Стоп. Послушайте меня. Стоп. Стоп, да. Вы не боитесь полную силу. Здесь надо в три четверти. Это отработка полусопротивления. Поменяли второй номер. О! Так, Дани, Маша на велосипед. Ты едешь далеко. Сядь на него. Сядь сверху. Пальцем. Что по-другому нельзя? Спросите, я тебе что сказал делать? Перевернуть его. Но! Ну, так я переворачивал. Ноги убери оттуда. По-другому переворачивай. Не надо по-другому переворачивать. Вот, и И куда тебе? Вот. И раз надо было держать, и потом придут. Нет, на коленях надо стоять. Что ты ложишься, сейчас бы проиграл? Матея, поменялись. Что у тебя теперь развязываешь? Еще раз заберу. Поэтому я и говорю, не защищайтесь полной силой. Давай, Даня, давай. Нет, борется, эй! Владимир, объясни, что я сказал. Если я понял, 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 если я пон
можешь убежать.